Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм черепашки-ниндзя Леонардо. Вот так вот он выглядит в запечатанном виде. Вот такая вот упаковочка с синей маской. Давайте посмотрим костюм. В товаре у нас визитка нашего сайта. Посмотрим сам костюм. Значит, товар в комплект у нас входит. Меч. Давайте распечатаем и посмотрим. Вот такой вот пластмассовый меч с синей ручкой. Легкий. Звездочка ниндзя пластмассовая. Повязка на глаза. Синего цвета. Леонардо в мультике с синей повязочкой. Синяя повязка на глаза. Далее. Наколенники. Также синего цвета. Наколенники идут на резинке сзади. Тянутся. Подойдет на любую ножку. Вот так вот. И тут еще завязочки у нас. Ленточки такие синенькие идут. Далее. В комплекте еще идут нарукавники. Вот такие вот, такие же, как и на коленнике, только чуть меньше на рукавничке. Они также у нас на резиночке тянутся. Очень удобно, регулируются по руке. Также идут завязочки синие. Далее в комплект у нас входит салатовая кофточка с желтой грудкой. Кофточка тянется. Вот можете смотреть, она тянется на резину. Ну, как бы материал тянущийся такой. Сзади у нас пуговичка по горлышку. Длинные рукавчики. Пузико такое немножечко набивное. То есть оно с подкладочкой там такое. Вот можете посмотреть. Вся пузико немножко такое плотное. Вот так вот выглядит кофточка. В костюме черепашки ниндзя, ну, такие как мускулы. И штанишки ярко-салатового цвета, в цвет кофточки, длинные штанишки на резиночке. Также они из такого же материала тоже тянется. Вот посмотрите, материал весь тянется. Так вот выглядят штаны. И в комплекте, конечно же, у нас панцирь. Вот такой вот замечательный зеленый панцирь плотный. Сзади он выглядит вот так и на липучках, то есть в нескольких местах он идет на липучках. То есть липучки довольно длинные, вы можете регулировать по ребенку уже. Вот полностью комплект черепашки-ниндзя. Если вам понравился данный набор, вы можете заказать его на сайте Grand Star True.